С вами Клименова Александра, а рядом со мной... Мирошников Сергей. Расскажите, пожалуйста, о своем бизнесе, Сергей. У меня фабрика, мы производим мебель. Я открыл ее недавно. Нашему бизнесу всего 3 года, но у нас уже больше 7500 клиентов. О, замечательно. Как вы видите вообще свой бизнес лет через 5? Я вижу, у меня мебельные магазины, сеть мебельных магазинов, но я вижу, что это звено должно исчезнуть. Я вижу, что интерьер должен продаваться готовым, как квартира, готовая к употреблению, как, например, автомобили продаются целиком уже с интерьером. Мы видим развитие компании в работе с девелоперами, в первую очередь, чтобы фабрика мебельная работала напрямую с девелоперами, чтобы люди покупали уже в ипотеку, уже готовое к проживанию жилье. Чем ваши стулья лучше, чем у других производителей? Ну, в первую очередь, дизайн. Я всю жизнь занимаюсь дизайном, и надо признать, что в России с дизайном очень плохо. Мы когда говорим итальянское что-то, представляем одежду, машины или что-нибудь, там, ткани, то сразу это ассоциируется с классным, хорошим дизайном. Но в России еще нет культуры дизайна. И я лучше остальных тем, что я просто обожаю дизайн, и я думаю, что в России колоссальный потенциал. Просто это самая недооцененная пока что в России область, и дизайн это формирует добавленную стоимость. То, за что мы доплачиваем деньги, это в первую очередь всегда дизайн. Ну, получается, это отличает, вы считаете, вас от других компаний мебельных? Ну, я считаю, что да, что мы больше многих вкладываем в дизайн. В первую очередь, для нас это важно. То есть все ресурсы, у нас довольно много высокооплачиваемых дизайнеров, и это ключ, наверное, к успеху, к развитию вообще всего российского производства, это дизайн. Это единственный секрет вашего успеха? Ну, нет, еще мы еще просто очень энергичные, мы очень много работаем, бесконечно много. Как вас и где найти? Вас найдет наша реклама, потому что мы очень много рекламируемся в интернете. Но вообще модернист в аккаунты в социальных сетях, во ВКонтакте, в Инстаграме и в других. Просто компания «Модернист», можно в поиске найти. Благодарю, успехов вам. Спасибо большое.